Георгиевская ленточка, как символ победы, пользуется огромной популярностью у жителей нашего города. Все в преддверии праздника желают ее заполучить, прикрепить ее на грудь. Вот. И кроме того, сбор также, как я сказал, средств получает на закупку оборудования, медикаментов краевого госпиталя. Тоже очень важная цель. Как отмечают волонтеры, ленточки расходятся очень быстро. Многие берут не только для себя, но и для родственников. Принимает участие в акции и гости города-курорта. Николай Ефимченко приехал из Волгограда. Вместе с женой с радостью взяли георгиевские ленты, также добавив свои средства в фонд. Я воспитан в том поколении, да, когда, во-первых, мой дедушка один пришел с войны, который защищал нас, второй погиб в войну. Ну, не знаю, для меня это святое, потому что если бы не было победы, которой нам, может быть, не может быть, а нас бы тоже не было. Акция будет проходить вплоть до 9 мая. Получить георгиевскую ленту можно на Театральной площади. Там ежедневно с 10 до 16 часов работают волонтеры. Также передвижные точки выдачи можно найти в районе Центрального рынка и на набережной курорта.